Парковочные места больше не понадобятся тем, кто систематически не оплачивает пребывание своего автомобиля на платных городских площадках. За такие нарушения штрафовать уже не будут. Так, в Твери арестовали автомобиль. Его хозяин уже не первый раз пренебрегает правилами размещения транспортного средства на городских улицах. Об этом рассказывает наш корреспондент. Уже не первый год в Твери действует система платных парковок. Она позволяет разгрузить центр города от автомобилей и сделать передвижение пешеходов и общественного транспорта более комфортным. Однако не все автовладельцы исправно соблюдают правила парковки, как, например, хозяин этой иномарки. Он оставил свое авто на улице Семеновская в зоне платной парковки, в очередной раз не заплатив. Должник является нарушителем правил парковки. У него основная сумма долга составляет 46 тысяч рублей. И помимо этого еще вынесен исполнительский сбор на сумму 44 тысячи рублей. Общая сумма долга 90 тысяч рублей. Как говорится, скупой платит дважды. Теперь, чтобы вернуть авто, придется оплатить всю сумму. В рамках исполнительного производства по просьбе административной комиссии города Твери, как взыскателя по исполнительным производствам, осуществляется изъятие данного транспортного средства. В случае оплаты транспортное средство, естественно, будет возвращено. Если нет, значит, будет решаться вопрос о обращении взыскания на данное транспортное средство, как имущество должника, изъятое в ходе исполнительного производства. За 2020 год административная комиссия города Твери выписала более 20 тысяч постановлений о штрафах. Размер штрафа за неоплаченную парковку сегодня составляет 1000 рублей, а общий размер долга нарушителей – более 20 миллионов. Половина суммы уже оплачена нерадивыми водителями. Рейды по выявлению неплательщиков продолжаются.